С начала года на дорогах Тюменской области погибли 3 человека, 80 пострадали. Итоги каникул сегодня подвели в региональной госавтоинспекции. Всего зафиксировано 49 ДТП, участились аварии, когда в машине находились дети. Так, подобный случай произошел накануне на развязке в районе пересечения объездной с дорогой Тюмень-Боровский-Богандинский. За рулем находилась женщина, также в машине были и двое малышей. Предварительно водитель автомобиля Nissan въехала в металлическое ограждение, а после авто отбросила в кювет. Раненый 37-летний водитель Nissan, а также двое ее детей 4 и 1 года. Дети перевозились в детских автокреслах. Женщина ждет третьего ребенка. Предварительно на затяжном повороте она не справилась с управлением автомобиля.